Что такое рай? Это мирное место в небе. Ты попадешь на небеса? Нет. Почему нет? Нужно быть хорошим человеком, чтобы попасть. Ровно 10 лет назад искусственный интеллект, созданный для нашей защиты, взорвал ядерную боеголовку в Лос-Анджелесе. Пока искусственный интеллект представляет угрозу, мы никогда не перестанем охотиться на них. Это борьба за само наше существование. Они явно беспокоятся о том, что кто-то может проникнуть внутрь. Да, или что кто-то вырвется наружу. Мы похожи. Мы оба не можем попасть на небеса. Потому что ты нехороший. А я не человек. Нашли оружие? Да, это ребенок. Пристегнись. Чего ты хочешь от ребенка? Мы так близки к победе в войне. Казни ее, или мы вымрем. Они идут за мной. Создатель. Озвучено для канала в рейтинге.